Так. У нас кредитная карта. Кто-то просил меня там в этих, в комментах. Enter zip code. Да, 28. Цену на бензин показать. Вот, смотрите. Так, car wash today. Если они, короче, ловят некоторых на помыть машину. Так. Нам не нужен ресипт. Ресипт — это чек. Короче, идем к основной теме. Просили меня показать. Так, nozzle, removed, выбрал. Показать цены на бензин. Цены сейчас падают. Вообще реально, рубль 82. Тут они до трех знаков после запятой учитывают. Рубль 82, округляйте. Здесь постоянно будет вас на, ну, плохо сказать, матершина слова, надуривают, короче. Цены за этот бензин уже исчезли, и это еще то, что я выбрал то. Сейчас посмотрим, когда я прекращу заправку, какие цены будут на этой части. Ну вот у меня уже 6 галлонов, $11, $12. Но когда у меня бак пустой, у меня выходит где-то на 10 галлонов. Все. 7,7 галлонов, 14 баксов. Вот эта марка — это проверка, как правильно показывает. Не обманывают ли вас. Именно проверяют на правильность там литров, всего остального. Давайте посмотрим. North Carolina Department of Agriculture and Consumer Service. Стив Траксвер, вот это commissioner Standard Division. Все, вот это Стив Траксвер, он проверил, и он гарантирует, что это работает правильно и вас не обманут. Если будут вопросы по обману, по там замене подлива воды, там недоливу, все вопросы к этому инспектору. Смотрим, 89-2.12. И 93-й 2.35. Какой он по сравнению с нашим русским бензином, да? Хрен его поймешь. Ну вот смотрите, все, что есть. И тут написано, может содержать до 10% этанола. Этанол — это спирт из кукурузы делают, который. И эта хрень очень плохо влияет на мотор. Могу вам сказать. Если там неправильная температура сгорания, то эта фигня становится густой, и она оседает на всяких клапанах, на всяких там дымоходах, всякой остальной фигне. Мне показывали это, последствия плохие от этого. Просто надо настраивать мотор на специальный тональный этанол. Но все пользуются, 10% типа нормально. Все, показал, сколько стоит бензин, рассказал немного. Идем дальше.